Злостные нарушители на муниципальном маршруте. Прокуратура Ленинского района выявила двух иностранных граждан, которые управляли общественным транспортом, используя поддельные водительские удостоверения. Речь о 31-м маршруте, который обслуживает перевозчик Транслайн. Один из нарушителей при этом имел еще, кроме поддельного водительского, весьма сомнительный паспорт, свидетельство пенсионного страхования и миграционную карту. Перевозчик в данный момент дает объяснение надзорному органу. Есть информация, что автобусы были переданы в аренду третьему лицу. По результатам надзорных мероприятий прокуратура района в органы предварительного расследования направлены материалы проверки для решения вопроса о уголовном преследовании иностранных граждан. 30 августа 2019 года возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса. Это приобретение, хранение и использование официальных документов, которые позволяют приобрести права, в нашем случае это паспорт, значит, право пенсионного страхования и водительское удостоверение. Санкция по указанной статье предусматривает наказание вплоть до 1 года лишения свободы. Надзорные мероприятия в отношении ООО «Транслайн» продолжаются.